Но большинство трагедий в нашей стране происходит, когда бандиты вовсе ни при чем. Например, как случай, который произошел минувшим вечером на первой автодороге. ВАЗ-2114 белого цвета на скорости протаранил одну из опор освещения на разделительной полосе. После удара машину выбросило на встречку, где она столкнулась с другой 14-й Идео Нексии. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Как все случилось, им рассказал водитель, проезжавший мимо «семерки», один из очевидцев аварии. При обгоне меня с правой стороны у него был какой-то хлопок. Ну, я не придал этому значения. И потом через несколько секунд сразу его занесло на левую сторону и врезался он в столб. После этого его выкинуло на встречку. За рулем белого ВАЗа находился 23-летний парень. Пассажирке этой машины было 25. Обоих в результате удара выбросило из салона автомобиля. И девушка, и молодой человек погибли на месте. По версии инспекторов ГИБДД, в момент аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности. В данном случае, в принципе, в салоне автомашины жизнь пространства имеется. Если бы водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, конечно бы они бы остались живы.